Появление центра связано непосредственно с необходимостью реабилитации детей с ограниченными возможностями, которые проживают на территории города Омска и Омской области и имеют какие-либо ограничения по состоянию здоровья, которые не позволяют им находиться, допустим, в обществе ребятишек, которые полностью здоровы. То есть дети, которые находятся на домашнем обучении, дети, которые находятся в каких-то интернатных учреждениях, то есть дети, которые не могут в своей повседневной жизни позволить себе того, что могут позволить себе обыкновенные дети. А у тебя, помнишь, была помощь? Сейчас, вот, бесцелесная помощь будет. Родители меня поддерживают. Я, во-первых, стараюсь вообще не обращать внимания на их болезни, на их болячки. Для меня это самые обыкновенные дети. Они, я их вижу, не знаю, жизнерадостными, веселыми. То есть, когда я сюда вообще шла работать, мне говорили, куда ты идешь, ты не сможешь, ты не справишься, это так сложно. А мне на самом деле показалось это не то чтобы легким, но это очень интересно. От этих детей приходит такая отдача просто. Они многому готовы научить, как справляться с трудностями, как любить жизнь. Не знаю, я ими восхищаюсь, я на них смотрю, я ими горжусь. И вот эти чувства, они покрывают все. Как-то, потому что санаторий, он как-то санаторий. А центр, я не ожидала тут такого, что будет прям с нами так работать, заниматься. А тут даже лучше, чем в любых других санаториях. Каждый день какие-то подделки делаем, занимаемся, поем в караоке. Есть у нас даже один мальчик-инвалид. Я научилась с ним обращаться. Я раньше боялась вообще инвалидов. То есть, а сейчас я поняла, что они такие же люди, как мы. С ними общаемся, мы его гуляем, помогаем, одеваем, катаемся с ним. Он обычный мальчик и веселый, с ним можно посмеяться. Мы разговариваем, общаемся. Вместе участвуем в кружках. Ребятишки помогают тебе? Конечно, я даже, они каждый раз мне подходят, говорят, тебе помощь нужна, я говорю, не, я сам справляюсь. А ты им помогаешь как-нибудь? Да, я у них спрашиваю, вам мальчики помочь, они говорят, пока нет, пока не надо. Ребенок необычен во многим параметрам. Ребенок воспитывается в школе-интернате. Он проходит курс реабилитации здесь ежегодно. И, допустим, если он был в прошлом году здесь у нас, он ходил буквально с помощью ходунков на коленях, он не мог передвигаться сам. Вот сейчас он прошел оперативное лечение, и после оперативного лечения 6 месяцев приехал к нам на курс реабилитации, то сейчас он уже хотя бы пользуется с помощью каких-то средств передвижения, но он ходит сам. Жизнь-то длинная, дальше будет и школа будет, и также самостоятельная жизнь. Общаясь здесь, дети учатся жить дальше. То есть они между собой играют, ругаются и влюбляются, всякое бывает. И дети, попадая к нам в последующем, то есть проходя весь курс реабилитации, уезжая домой, они непосредственно повышают, во-первых, и самооценку, и самостоятельное поведение. То есть они абсолютно становятся самостоятельными. То есть в том, как говорится, что им нужно в последующем взрослой жизни. У
нас очень много занятий. Это и тренинги, и арт-терапия, сказка-терапия, индивидуальное консультирование, коррекционная работа, кинотерапия, вот новые направления. Оригами даже используем в своей работе. Танцетерапия проводится, телесно-ориентированная терапия. То есть направлений работы очень-очень много. Мы здесь сделали птицы, мы здесь плели из бисера. Это у меня уже было в чемодане. Мы сделали много подделок, рисовали, делали из соленого теста много подделок. Здесь проходит... всякие труды и подделки делаем. Много теперь знаю, умею. Здесь хорошие друзья, хорошая атмосфера. Люблю гулять на улице. Ну, здесь, во-первых, такие общеукрепляющие процедуры. Очень хороший коллектив. Ребенку очень нравится. Она в восторге, когда нам выделяется путевка. Она очень хочет сюда ехать. А вы? Я тоже с радостью ее сюда отпускаю, даже в учебное время, потому что она очень позитивная приезжает, укрепившая свой, так сказать, иммунитет. С родителями у нас есть полностью взаимопонимание еще со времени начала заезда. То есть тогда, когда мы детей принимаем от родителей, мы проводим собрание, объясняем, что здесь дети будут делать, какая будет проводиться с ними непосредственно реабилитация. То есть родителям мы оставляем обязательно контактный телефон, обратной связи. И, конечно, с какими-то родителями приходится общаться больше, с какими-то поменьше. Но взаимопонимание с родителями абсолютно мы находим в течение буквально первых 3 дней. Я вообще не знала, что такое существует. Это как баня, только голове не жарко. Из процедуры спелио я узнала. Спелио – это такая комната, где ты сидишь и дышишь специальным воздухом с камнями. Там мне девчонки рассказывали, самой у меня этой процедуры нет. Я еще узнала электроджет. Это сложишься на матрас, у тебя там что-то водит по спине. Я вообще об этом не знала, не догадывалась даже. Размах процедур, которые мы можем оказать ребенку, он очень большой. И что очень удобно, что ребенок, его, если, допустим, он проходил бы этот курс реабилитации в условиях поликлиники, к примеру, да, то есть ребенка нужно туда привезти, он должен там пройти какую-то процедуру, может быть, по времени очень удобно. Здесь он приезжает, он находится определенное количество времени, он проходит комплексную реабилитацию. На будущее развитие нашего центра имеются. То есть самая главная наша задача – это охватить всех по возможности детей, которые требуют комплексной реабилитации. А таких детей на данный момент в нашей области более 10 тысяч. Вот. Так как я уже говорил, что пропускная способность нашего центра на данный момент всего только 1000 детей в год, то, конечно, в дальнейшем развитии нашего центра мы предполагаем строительство корпуса «Мать и дитя». То есть тогда, когда ребенок смог бы здесь находиться именно с матерью. То есть мы могли бы взять возрастную группу детей до 6 лет. Я видел белочку, и там она возила по дереву, возила. Она ела там вафли. Такое неравнодушие к судьбе ребенка, к его жизни, внимание к нему, отношение такое доброе, материнское отношение к каждому ребенку, буквально от каждого сотрудника, неважно, кто это, воспитатель, санитарочка, медицинская сестра, врач, но каждый должен в этом ребенке видеть своего собственного ребенка. И мой друг всегда иди дорогою добра, ты